Сотрудники скорой и патрульной полиции проведут совместные рейды по Одессе. Стартовали они уже в четверг. Мониторить будут, как водители пропускают транспорт со включенными спецсигналами, который едет на экстренный вызов. По информации правоохранителей, за последние два месяца в Одессе составлены почти 70 протоколов за непропуск автомобилей скорой медицинской помощи. А в прошлом году таких случаев было зафиксировано почти 800. Есть данные, что каждая минута опоздания на экстренный вызов уменьшает на 5% сохранение жизни пациенту.